Сегодня чуть-чуть прибрались на веранде, на нашей. Вымели тут весь мусор, все после этого. После этой бани здесь только у нас все захламлено было. Сейчас чистота, порядок. Все бы скорее растаяло. И здесь цветочки все вытащить сюда. Сидеть здесь, наблюдать. Так, здесь вообще очень красиво, когда шторки повешаешь, тепло, так классненько. И не жарко, самое главное. Самое главное, не жарко. Это вот моя кухня. Это моя комната. Вот. Это мой домик, который мне часто пишут, зачуханный. Только этот домик у меня не на кредит взят. Я не сижу и не думаю каждый месяц, блин, где взять денег, заплатить кредит. Люди берут большие дома, шикарные, а потом каждый месяц во всем себе отказывают. А мне не нужно ни в чем отказывать. Нету денег, и не жили богатые, и нечего начинать.